Девочки, всем привет! Начинаем новый влог, но не с чашечки кофе и не с моего грязного окна. Да, кстати, девочки, надо нам с вами завтра, наверное, помыть окна в кухне и вот в нашей комнате. Знаю, но нет времени, так что каюсь. Но хочу вам показать свой заказ Faberlic, который я забрала уже достаточно давно, да, чем-то уже начала даже пользоваться. Но прежде, девчонки, хочу рассказать вам об одной акции. Вот у меня каталог Faberlic, я его, естественно, уже полистала. И вот на задней стороне вот такая вот акция. Буквально в двух словах вам про нее расскажу. С 29 марта по 11 апреля в Faberlic будет проходить супер крутая акция. Если вы зарегистрируетесь по ссылке под видео и закажете продукцию на сумму 2500 рублей по ценам каталога, то как платье у вас будет, девочки, лишь 1000 рублей. Объясняю почему. Во-первых, вам дается скидка 20% на весь товар в любых заказах. Всегда будет у вас скидка 20%. А во-вторых, вам подарят 1000 рублей для оплаты первого заказа. В итоге получится 2500 минус 500 рублей и минус 1000 будет 1000 рублей к оплате. Девочки, на 2500 можно набрать кучу товаров, а заплатить всего лишь 1000 рублей. Но и это еще не все. Если сделать заказ не на 2500 рублей, а на 3150, то в подарок можно получить еще и концентрированный стиральный биопорошок, который разработан специально для эффективной стирки в жесткой воде. Так что, девчонки, акция очень крутая. Такие скидки вы не получите ни в одном магазине. Faberlic – огромный выбор товаров. Это и бытовая химия, парфюмерия, косметика, одежда и много чего еще. Так что, девочки, регистрируйтесь быстрее, потому что акция закончится 11 апреля. Ссылку я оставлю в описании под видео. Проходите, там все очень просто. И, кстати, я даже Вику зарегистрирую, чтобы вот на 1000 рублей она набрала себе продукции на 2500. Я считаю, что это вообще круто. Так, первое, что я заказала, это концентрированный стиральный порошок, универсальный, для белых и цветных тканей. Формула против пятен, не вызывает аллергии. Девчонки, порошок классный. Альпийские луга, запах очень приятный. Вообще, мне нравится. Он концентрированный, расход у него небольшой. Я стираю им детские вещи, только детские. То есть, ну, первое время я стирала и постельное белье наше, но мне больше нравится, когда нашего постельного белья пахнет там каким-нибудь кондиционером. Вот, например, вот таким. На самом деле, я давно не использую кондиционер, но вот этот вот давно хотела попробовать. Ультракондиционер для белья. Восточный пион. Очень приятно пахнет. Мне вообще нравится сам пион, аромат пиона и все, что связано с пионом. Не разочарована. Вот попробовала, но еще не пробовала его как кондиционер. То есть, насколько будет держаться долго аромат. Девочки, кто пробовал, пишите. Я еще не пробовала. Далее заказала вот такую пену для ванны для детей. Уже не первый раз, закон, наверное, третий. Нам нравится. Мальчикам нравится. Фруктовый аромат. В общем, беру неоднократно. Для себя. У меня же теперь появилась ванна. Для себя. Крем-пена питательная для ванны. Роскошная мягкость. С миндальным молочком и молочными протеинами. Девочки, пахнет очень приятно. Мне знаете, что напоминает? Такой пудровый аромат. Очень-очень нежный, приятный. Не знаю, как будет в ванной, да, от меня будет пахнуть или нет. Ну, посмотрим. Но в любом случае мне вот аромат очень понравился. Ну и дизайн тоже такой нежный, весенний. Из этой же серии заказала крем-мыло питательное для рук. Очень приятное. Не сушит кожу. Девочки, тоже мне очень понравилось. Заказала вот такой био-освежитель воздуха на мягкой воде. Девчонки, я люблю, когда в квартире вкусно пахнет. Но дышать химией никакой не хочу. Вроде как он такой ароматерапия. Действительно приятно пахнет. Так, сейчас. Действительно приятно пахнет. Вот так распыляет. Ну, по крайней мере, с детьми и с животными можно спокойно, не боясь, пользоваться таким. Ай, приятно, девочки. Прям, а как там называется? Натуральный акватический микс. Ну, свежесть. Свежесть. Я буду экспериментировать, попробую еще другой аромат. Не помню, есть там или нет, но вот этот вот увидела, что он натуральный. Вот заказала. Вот такая тоже пена для ванны. Ой, мне так понравилась картинка. Это знаете, что как называется? Апельсиновая меренга. Пахнет мандаринкой. Ну, прям так вкусненько пахнет. Она, я думаю, что будет бодрящая такая. Ну, знаете, вечером, чтобы не расслабляться сильно, вот как раз забодриться. Тоже мне понравился аромат. Не пробовала еще, девочки, потому что я редко лежу в ванной. Три раза я лежала вот за чуть, ну, полтора месяца, что мы здесь живем. Потому что ванна для меня большая. Я там тону, понимаете? Так, девочки, смотрите, я заказала гель для интимной гигиены с афродизиаками. Не пользовалась еще,
хотя надо было бы вам сказать, как оно и что. Вообще, для интимной гигиены вся продукция мне у Faberlic нравится. Не раздражает, все нормально, ничего не возникает, ну, то есть, как бы все нормально. Я думаю, что и вот это тоже мне понравится. Уж там сработают афродизиаки или нет, посмотрим. Потом, девочки, расскажу. Также детям вот такой вот гель для подмывания. Тоже уже это, наверное, третий пузырек. У меня на кухне стоит флакончик пустой для мытья посуды. Вот могу показать. Сейчас. Вот такой. И в нем налито черное средство. Я его, ну, оно концентрировано для мытья посуды с углем, с древесным. Мне нравится. Я руки иногда мою, просто руки мою. На самом деле у меня уже оно закончилось. Там вот это остатки. Бутылочка лаконичная, можно потом для шампуня использовать. В общем, девчонки, мне сама бутылка даже нравится. Далее, вот такое вот жидкое мыло для рук. Грушевое парфе. Не пользовалась, но открывала, нюхала. Девочки, офигеть, как пахнет вкусно. Я не люблю аромат яблока, терпеть не могу. А вот груши люблю. Вот прямо не химией, а прямо приятно такой, знаете, грушевый десертик какой-то. Очень-очень вкусно пахнет. Далее, заказала гель для бритья для Вики. Вот такой. Ну, она девушка молодая, у нее кожа нежная. И я решила вот ей вот такой гель для бритья заказать. И в паре к нему тоник после бритья и депиляции, препятствующий вырастанию волос. Хотя самой интересно даже протестировать. Ну, я у нее спрошу, как и что, понравится ей или нет. Так. Ну, в общем, у нее спрошу, а уже с вами потом поделюсь, потому что мне самой интересно. Для нее же заказала вот такой крем для рук с овечкой. Это увлажнение. Это я сейчас его открыла. Но на самом деле я очень хочу, вот вы свидетели, хочу открыть и, чтобы вам сказать, он сейчас по акции идет в этом каталоге. Как он вообще? Он увлажняющий. И как, какой у него аромат. Девочки, он офигенный. Он реально, он увлажняет, прям вот бархатная кожа. И он так пахнет приятно. Если бы я знала, я бы себе заказала. Но, видите, мне понравилась овечка. А знаете почему? Сейчас скажу. Ланолин – уникальный природный воск, полученный из шерсти овец, бережно заботится о коже, усиливая ее защитный барьер. Крем создан для ежедневной защиты, ухода за кожей, оказывает активное увлажняющее действие, рекомендован после каждого контакта с водой. Серия есть такая с овечками. В общем, я решила... Ну, я Вике пакетик такой дарила с барашком, с этим... В общем, я думаю, ей понравится вообще. Он классный, девчонки, пахнет офигенно. Девочки, заказала вот такой бальзам для стоп, гладкие пяточки. Лайф Таша очень-очень его любит, очень рекомендует. Ну, это канал такой, мы с Наташей общаемся. В общем, мне он тоже запал в душу, и поэтому вот его заказала. Скоро лето на носу. Она берет его чуть ли не упаковками. Так, далее, вот такая вот маска-детокс для лица с древесным углем. Даже, девочки, еще не открывала. Так, вот такая маска. Будем с вами делать, тестировать. Потом расскажу, значит. Ну, у вас у самих сейчас есть хорошая возможность протестировать. Благодаря этой крутой акции, которая проходит в Faberlic. Поэтому вот будем очищать лицо к лету. Так, далее, девочки, заказала вот такой лак для волос. Сильная фиксация. Контроль укладки в течение всего дня при любой погоде. Я его пробовала. Да, хорошо держит, сильно фиксирует. Реально сильно фиксирует. Ну, мои, по крайней мере, волосы. 100% объем от корней, сильная фиксация надолго. Ну, в общем, вот такой лак заказала. Будем делать укладки с вами. И вот такой вот мусс для укладки волос. Его еще не пробовала. Посмотрим. Вот такие вот прокладки гигиенические. Дневные заказала. С анионовым чипом. Девочки, при вас открою, посмотрю, потому что даже представления не имею, что это такое. Так, как они открываются? Впервые вообще заказываю вот для особо одаренных прокладки Faberlic. О, как красиво, да? Ну, слушайте, эстетика прям рулит. Так, если я ее вынимаю. Угу. Вон, смотрите, какие они. Вот кто не видел, смотрите. Это не ночные. То есть я хотела ночные, ночных не было. Я заказала дневные, опять же, на пробу. Пахнут, не пахнут. Ну, пахнут, знаете, чем? Медициной. Или ромашкой какой-то пахнут. Так, ну, в общем, вот такие вот прокладки. Так, девочки, пишите, кто пользуется, нравится вам. И, девчонки, заказала свою любимую тушь.
Так, где здесь артикул? Многие-многие постоянно меня спрашивают, что за тушь. Фокус не ловит почему-то. 57-78. Тушь классная, но я пользуюсь еще старой. Я уже и двойное дно вынимала. Как оно правильно называется? Двойное дно или как? Оп. Вот эту штуку вынимала, доставала тушь. У нее странная кисточка. Видите, она какая? Вот такая вот. Странная, да? Но, как ею красить? Она панорамный взгляд, что ли, делает? Или какой там театральный? В общем, вот это скошено, вот этой частью обмажешь. Вот так, вот этой. А потом вот это расчесываешь. Ничего не склеивает, вообще классная тушь, девочки. Я не помню, беру первый раз, ну, вернее, беру не первый, беру второй раз или третий. Девчонки, не помню. Но мне это вот сейчас моя любимая тушь. Прям вот я ею постоянно, вот так она выглядит. Тушь классная. Так что, девочки, ссылка будет внизу в описании под видео на регистрацию. Условия очень простые. Вот такой шанс выпадает очень редко. Да, он Faberlic бывает, и именно только Faberlic. Поэтому очень рекомендую, прям даже настаиваю, выбрать продукцию на 2500 рублей, а, соответственно, заплатить 1000. Все, девочки, удачи вам! С Викой, с Арсением приехали за Федей. Привет! Упс, упс, какой-то бензин разлитый. А, Лёше не понравилось, как сегодня машина завелась. Короче, ну ездили на машине, не понравилось. Поехал в сервис. Он уже свечи поменял и что-то еще. И, короче, он не понял. Здрасте. Ой. А, пойдемте? А, надо сказать. Это же ваша воспитательница? Юлия Дмитриевна стоит? Да. Что-то я ее не узнала со спины. Пойду, я скажу. Я сам нашел дверь. Вы посмотрите. Арсений, покажи свои коленки. Коленки покажи. Это он... Звонит! Мелом рисовал на асфальте. Звонит! За Федей! Дядя! Не поздоровалась, мама не воспитана. Обычно здороваюсь, я что-то так не рассчитала, не ожидала. Бежал. Здравствуйте. Не узнала по голосу, не поздоровалась, не признала. Да-да. Привет, сын мой. Привет. Привет. Чего, Вики больше рад, чем маме? Да? Вы больше. А? Мама больше и Вика. Чего, мама? Я уже сказала, сколько можно говорить. А повтори, я не расслышала. Мама... Говори тогда. Мама красивая, Вика красивая. Спасибо. Спасибо. Мам, давай одеваться. Мам, я хорошо вел. Ну, слава богу. Хорошо, Олег Сергеевна, он вел себя. Ну, все, слава богу. Где будем гулять? Сейчас пойдем к нашей старой квартире. Мимо нее пройдем. Пойдем? О, давай. Хочу. Почему? Долго идти. Нет. Да. Недолго. Долго. Пойдемте. Хочу здесь. Пойдемте. Девочки, помните эту площадку? Вот красный дом, а после красного дома как раз наш был. Вот зашли. Ностальгия, слышите? Вот садик. Вот серенький, который. Ностальгия. Дельфин. Дельфин и русалка. Ведь мы, если честно. Федь, одень варежки, Федь. Давай оденем. Ой, Арсения, штаны какие грязные. Ой, кошмар. А я красотка какая. Я... Мам, смотри, ломай. Это мой. А, понятно, друг его из группы. А я никуда не собиралась. Никуда не собиралась и сережки сняла. Ну, ничего нет, и не расчесанная. В город выехала. Федь, в лужу не наступай. Мне в саду девочки запретили снимать. Ну, точнее как. Воспитательница мне сказала, что ей сказала приказ заведующей, чтобы мне не разрешали снимать. На секундочку. Я имею право снимать своего ребенка в общественном месте вообще. А, вообще, я имею право в саду снимать не детей. Но я спорить не буду. Я чужих детей не снимаю, а кого, кто попадал в кадр, все знают, что я веду канал. Отлично! Мама, я быстро ушел. Быстро ушел? Не намок ты? Нет. Аж испугался, девочки. А глаза вылупил. Он спрыгнул прямо в лужу. Лужа глубокая.
но у него сапоги протекают где-то. Но они, ну, не должны протекать, но они где-то протекают. Он говорит, я быстро ушел. В общем, девочки, такие вот дела, короче. Короче, мне запрещают снимать. Это Вика пока держит мой капюшон. Сейчас я его на себя одену. Ой, этот, манишку. Как ее зовут? Шарф это. Хомут. Сейчас я заберу. Тебе голове-то не холодно? Нет? А уже холодно. Красота. Страшная сила. Проходим, девочки, мимо нашего дома. Мальчишки, правда, на площадку попросились. Я говорю, давайте здесь пройдем. Я же хотела. Видите, мысли материально. Мы проходим. Ау. Цветочки какие-то. Ну, не знаю. Желтые там цветы растут. Арсений, ноги поднимай. Арсений, 6 утра на ногах. Ага. Ну, там все жалюзи, жалюзи. И даже, девочки, на другом окне, которые шторы рулонные я оставила, тоже жалюзи, да. Могла бы и забрать, блин, вообще. И окна все закрыты. Пойдемте. Нет, это уже не... Ну, 3 окна было наших бывших. Скучаете по квартире? Да. Да? Да? Скучаете? Ну, пойдемте там жить будем. А чего? Сразу нет. Ну, не говорят вообще, дома не говорят, все скучают. Вот, девочки. Ну, кстати, я говорю, подрастроилась из-за рулонных штор. Если бы я их забрала, можно было бы... Ну, не... ну, был наш, да, стал не наш. Можно было бы их, знаете куда, на балкон повесить. Не на балкон сам, а на окно балконное с дверью. Потому что солнышко светит, в телевизор отсвечивает. Ну, Леша, неудобно, мне это все равно. Вот. Когда солнышко светит, я обычно за компьютером в это время. Ой, блин. Сейчас как я здесь носом-то упаду. Вон пошли на тренажеры. Скользко, да, Вик? Упс. Тренажеры плывут. Аленушка! Алена! Она по телефону разговаривает. Она все время разговаривает. Мама, это невестка Иринина, которая помогала квартиру. Ну, мама, риэлтор. Смотри. Да, это Алена. Мама, смотри. А. Смотри, мама, смотрите, девочки, здесь. Что мама, здесь? Мама. Что здесь произошло? Мама. Матрас. Мама. Армас. Мама. Вичурский. Мама. Мама. Ну, смотрю. А, Федя, встань! Угу. Хотя здесь мальчишки, ну, он относительно чистый в каком плане. Мальчишки на него вот здесь вот на турнике там что-то это, и вот здесь вот, ну, занимаются. Прыгают. Типа прыгают. Не прыгают. Кто? Мама, не работала. Птички на работу полетели? Ну да. На работу. Арсений, Арсений, Арсений. Не холодно? Ну, есть такое. Да, одевай капюшон. Ой, ничего интересного здесь нет. Так-то по большому счету. А я даже не посмотрела, стоят там мои цветы или не стоят. Девочки, стоим на остановке, ждем нашу маршрутку. Ну, точнее, Вика сказала, что только что она ушла. Ждем. Здесь 28-я только ходит к нам. Надо хоть спрятаться, чтобы меня не видели. А я капюшон надевала. А, у Лёши сгорел какой-то проводок. И поэтому он поехал своим ходом за проводком. Он сейчас в сервисе. И, соответственно, надо будет его поменять. Поэтому мы едем на транспорте. А почему? А потому что мы такси не дождемся. А потому что двое детей. Ну, сейчас с кресла туда-сюда. А еще потому что эти двое детей падали, где только можно и где только нельзя. И они грязные, девочки. Арсений упал, сколько ты раз упал? Ну, короче, Федя 2 или 3 раза уже упал. 1 раз. 1 в лужу, а Федя прячь. Поэтому, девочки, стоим и ждем транспорт. Что?
А там ехал автобус. Он сейчас приедет в Волгу далеко. А, это не наш. У нас маршрутка. Маршрутка. Понимаете? Я картавлю. Едем. Только вам сказала, сколько ждать придет, сразу она подъехала. Вот только выключила, сразу подъехала. Хорошо. Подъехали пить. Чтоб меня не узнали. Все девочки, вот смотрите. Кошмар. Ой. Я за 3 заплатила. То есть, если что, надо будет подвинуться. Мальчишки вместе сядут. Девочки, площадь революции. Я с этого ракурса, наверное, ни разу не показывала. Смотри. И так высоко тоже. Смотри, мам. Мам, смотри. Ага, я смотрю, Федюш. Вот Ешка. Ну, кстати, некрасивый ракурс. Этот я показывала. Нет. А вот там мы уже проехали. Пока, естественно, я доставала телефон. Девочки, а там был пролетариат московский, питерский, Иваново-Вознесенский, понимаете? Мама, это кино центральный. Это твое кино центральное, понятно? Мам, куда мы нас везем? Домой. А мы здесь живем. Можно я пишу? Сейчас выхожу на стадию. Девочки, добираемся до дома. Федя весь истонался, когда приедем. Ну, далеко через весь город ехать. Ну, блин, может, не через весь, конечно, но в окружную получается. 40 минут, наверное, ехали. Ты идешь? Мам, почему эти мальчики вот эти гуляют? Ну, они не очень маленькие. Мальчики вот эти большие. Они гуляют. Маленькие или большие? Алексей Сидон. Вик, сегодня у нас мам, остается. Почему они гуляют? У меня пакет тяжелый. Мам, почему они гуляют? Ну гуляют, Федь, потому что они гуляют. Почему они гуляют? Почему они гуляют? Вот он любит, знаете что, вот прямо ерунду спрашивать. Ну просто ерунду спрашивать. Вот сколько можно еще ехать? Я говорю долго, я тебе скажу когда. А почему я должен сидеть и ехать? Можешь идти пешком. Лёша злой, девчонки, представляете? Сейчас, короче. А я на какой телефон-то снимаю? Что такое вот эта вот штука? Она у меня на лбу горит. Ой. Сейчас приду домой, расскажу. Это Арсений вот нарисовал, видите? Пока папа ремонтировал машину. В итоге нет ни папы сейчас, нет ни машины. Блин. Вик, у меня сумки. Ключи. Девочки, пришли мы домой наконец-то. Вот я выложила продукты наши. Что купили? Кефир, молоко. По акции не было простоквашино. Обожаю простоквашино продукцию. Ну прям простоквашино, домик в деревне тоже хороший, да? Ну не было. Вот если без акции, по нормальной цене, вот это тоже неплохое. Ну из Вологды. Так, вот это вот было по акции в Магните. Сметана Эго. Первый раз такое взяла. Ну, там состав вроде бы нормальный. Что, с фокусом или у меня в глазах? Нормализованные сливки, закваска пищевая. Ну, в общем, вот такую вот сметану взяли. Сыр российский. Вика вот такую творожную массу захотела. Не знаю, мы не пробовали. Она меня спросила, как она. Я говорю, я не знаю. Она вроде бы с изюмом. В общем, взяли вот такую. Челночок вкусный, я люблю. Я люблю, когда вот я хочу. Сейчас я захотела, взяла. Потом не едим. А потом, когда тоже захочется, или уже ничего нет сладкого такого, вот подъесть их. Так вот люблю. Это Лёша любит крендельки с солью. Ну, иногда тоже погрызть. Потом, вот взяли тоже печенье вот такое к чаю. Арсений у него свое, ну, то есть он как бы нормально к этому относится. И одну он все равно может съесть, врач разрешил, она при нем говорила. 2 огурца, такие нормальные, кстати, огурцы. По 100, по-моему, 29 или по 119. Свиной рагу. Кстати, мясное, в мясоеде. Это же мы у нас там были, на Ташкентской. У нас там, слышите, у них там были.
по 119 рублей. Здесь кило до 100 грамм, ну кило с чем-то. Вот, нормальные такие кусочки, прям замечательные. Это фарш куриный из филе. Там он реально хороший. Не отходы какие-то, да, а именно куриный из филе фарш. 219 рублей стоит килограмм, я полкилограмма взяла. Семечки наши любимые, деревенские. 100 лет не ели их. А все почему? Потому что они продаются, ну вот не везде они продаются, а вот именно только там, в нашем районе, я знала где и захотела. И Вика захотела вот такую вот булочку с вишней. В общем, вот такая вот у нас, девочки, закупочка. Вот у меня, видите, на фоне. Ну, это я просто показываю, что у меня сейчас буду уже загружать видео. Там осталось, по-моему, 10 минут еще будет обрабатываться. Я почему и поехала, что поставила на обработку и короче, поехала. Так вот, что хотела сказать. Ну, я сейчас хотела попрощаться, но увидела комментарий ранее от Ольги. В общем, от Ольги. Она мне что говорит? Оксан, видимо, это цифра 13, потому что квартира номер 13. В общем, типа цифра плохая, что у Арсения псориаз, проблемы с этими органами, со всеми туда-сюда. Нет, я лично так не считаю. Во-первых, ну, типа проблемы появились, да, как только мы переехали в эту квартиру. Нет, нет, нет. Ну, во-первых, проблемы, они всегда были, есть и будут. Мелкие, крупные, неважно какие, да. Но все в нашей голове. Не нужно думать о том, что вот эта цифра 13 абсолютно. Я, во-первых, сами знаете, я много раз говорила, нет, цифра 13, я ее прямо реально искренне люблю. Вот. И квартиру нашу мы очень сильно любим. В той квартире тоже были какие-то проблемы, вечные, непонятно что. Ну, было, это все было, потому что я же там давно живу. Жила, живу, да, жила. Поэтому нет. Атопический дерматит с самого рождения. Вот этот вот псориаз, который у него есть, только что на голове появилось пятно, да, ну, бляшечка. А так все было то же самое. Я ж почему и возмущена, что ставили диагноз атопический. Получается, мы атопически лечили, а был псориаз, возможно, просто его на голове не было. Так что это все было. Что, с органами с этим? Господи. В общем, в принципе, жизнь, она как зебра. Полоса белая, полоса черная. Полоса белая, полоса черная. Соответственно, если у нас сейчас черная полоса, значит, скоро будет белая. Вообще, меня... Ну, как бы это нормально. До этого была белая полоса. Сейчас, возможно, черная, хотя я тоже так не считаю. В общем, свою судьбу мы строим сами. Поэтому не можешь изменить ситуацию, изменить отношение к ней. Вот и все. Не надо только усугублять вот это все. Это я вообще рассуждаю сейчас, да. Усугублять, главное, не нужно. И думать о плохом чего-то вообще. Ну, все проблемы решаемы. Ну, кроме таких глобальных, да, кроме смерти, господи, не дай бог, да, вот чего-то вот такого вот. А остальное все решаемое, все пройдет. Я как вспомню, господи, сколько у меня было проблем в жизни. Ну что, пережили и живем дальше, и слава богу. Поэтому нет, цифра 13, квартира номер 13, нужно любить все равно. Вот раз мы в квартире номер 13, значит, так оно и должно быть. Я сейчас, мы едем, во-первых, там на Благово, когда проходили, да, на Ташкентской, где вот мы жили, я говорю, как хорошо, неважно, что далеко мы живем, мы не так часто так вот ездим куда-нибудь, да, ну, как бы вот есть машина, ну, да, вот сейчас машина сломалась, ну, что-то там сломалось, Леша говорит, блин, она разобранная стоит. А я не сказала или сказала? Или я не вам сказала? Сейчас, девочки, развернусь немножко. У меня тут футболка лежала. Ну, и не только футболка, как бы. Телефон. Я думаю, что там еще лежит? Я вам сказала? Или я Вике рассказала? Короче, едем в маршрутке. Короче, звонит Леша и говорит. Оксан, вам, наверное, придется ехать на такси или на маршрутке. Я говорю, ну, понятно. На такси мы не поедем, потому что долго ждать, там, туда-сюда. А ехать, ну, побыстрее ехать, естественно. 5 минут езды. Ну, ладно. Что хотела сказать, девочки, спать хочу. Подождите, соображу. А, и он говорит, в общем, сгорели какие-то проводки, туда-сюда, надо, в общем, ехать, добираться самим. Я говорю, хорошо. Мы едем, он... Что там за крики? Он звонит и говорит. Мне сегодня... Сейчас, девочки, еще раз отвлекусь. Невозможно меня слушать, да, я знаю. Вика, сегодня с ней болтаем. А наверху дети кричали, плакали. Мать кричала.
Вика рассказывала, он говорит, я не могу. А потом сверлить начали, я говорю, не могу. Я говорю, а я привык, меня не напрягает. Ну как, если разговаривать, я тоже не смогу. Вот сейчас, видите, я тоже не могу смысл собрать. А если что-то делать, то есть мне как бы не напрягает вообще. И Лёша звонит и говорит, ты, говорит, представляешь? Я говорю, что? Я молчала 5 минут, слушала это. Да, короче, он злой. Он позвонил в магазин запчастей. Ему сказали, что он спросил, есть наличие. Короче, оттуда, где сервис находится, он вызвал такси. Такси долго ждать не приехало, потому что там... Ну, такси туда просто так приедет, получается. Короче, не было смысла ждать, и в тот район не идет такси. Просто так, пустое такси не едет. Неудобный район, как и наш практически здесь. Хотя здесь много такси ходит, ну ладно. И он говорит, я своим ходом, бегом побежал в этот магазин, чтобы он не закрылся. Прибежал. А мне продавец говорит, а я подумал, вам другое надо. Он говорит, что другое? Я вам конкретно сказал то, что мне нужно. Конкретно говорит. И он говорит, я полчаса потратил, чтобы ему он повину пробил, там чего-то туда-сюда. И он говорит, ты прикинь, говорит, а машина стоит в сервисе, разобранная. Я, говорит, без этой детали, ну, без чего там. Я говорю, ну что, иди в сервис, договорись. Он говорит, а завтра как? А завтра у него техосмотр. Я говорю, а что завтра? Ну, хорошо. Завтра будет завтра. Сейчас с ним договорись, завтра обзвонишь с утра все, что нужно, где, чтобы купить эту деталь. Ну, блин, запчасти эту, да? Поедешь, ну, купишь, поедешь туда, тебе сделают. Ну, там недолго поменять, там нужна эта фигня, там, я не знаю. То ли головка от свечи, то ли, девочки, даже не сильно вникала. И, в общем, в итоге он расстроенный, огорченный, весь злой. Я говорю, вот и завтра. Ну, завтра получается единственное, что детей нужно будет отвозить. То есть, это либо сегодня ему надо в интернете поискать эту деталь. Он повезет детей тогда, получается, на такси. Ну да, такси будет стоить рублей, наверное, 95-100. Ну и что, на маршрутке так бы потратил он 25. Ну, знаете что, с утра еще и... Короче... Ну, просто это когда постоянно ездишь на транспорте, да, на общественном, ты привыкаешь к этому. А когда не ездишь, ну, это сложно еще с двумя детьми. А он ни разу не ездил, по-моему, на транспорте с ними, с двумя. А, по-моему, даже с одним не ездил. Только либо со мной мы все вместе, либо, ну, в общем, это сложно. Вот. Когда первый раз. Тем более с утра. Тем более нужно в сад не опоздать. Ну, я говорю, поедешь на такси. И заодно решишь этот вопрос с машиной, и все, и поедешь ему к часу, что ли, на техосмотр. Я говорю, все сделаешь. Правильно, девочки? А что паниковать? Я не понимаю, что паниковать? Ну вот, в данной ситуации, вот случилось так. Не можешь изменить ситуацию, изменить отношение к ней. Надо найти решение этого вопроса на сегодняшний день и на завтрашний. И все. Я вот вообще к этому отношусь так. Это знаете как, меня... Я чё бывает нервничаю? Чё меня бывает порой бесит? Меня бесит ожидание. Вот. Ожидание ждать чего-либо. А вот если уже сказали мне результат чего-либо, ну тогда уже другой момент. Папа звонит. Давай. Я уже говорю. Он не приходит, не взял. Все, девочки, ладно, вот Лёша звонит. Все, спасибо, что были с нами. Всем пока. Смотрите на эту красотку. Всем пока. Ну, нормально, ты попрощайся. Пока. Пока. Все. Всем пока.